сюда приходят люди не только те, кто сегодня потерял работу и ищут себе какую-то новую направление деятельности. Здесь сегодня мы ждем и тех, кто сегодня работает, но хотят изменить свою профессию. Кто-то просто хочет повысить квалификацию. Сюда тоже можно прийти, получить возможность пройти курсы переподготовки и выбрать именно то направление, которое для него интересно, поскольку здесь такие же консультации будут предоставляться. Поэтому полный спектр всех услуг, которые на рынке труда возможно предложить, мы сегодня предлагаем здесь, на территории нашей ярмарки трудоустройства. Сегодня здесь мы все вместе, и работодатели, и соискатели работы. И, конечно, я полностью уверена, что на этой площадке задача и цели едины. Наши работодатели надеются, я знаю, что они получат прекрасные, эффективные кадры, ну а соискатели – хорошую работу на наших предприятиях Вологодской области. Учусь в Вологодском индустриально-транспортном техникуме, оставаться в РЖД, идти дальше по карьерной лестнице с проводника, дальше повышать квалификацию до начальника поезда, может и выше. Узнать, какие есть работы, какие актуальные вакансии, узнать, куда можно устроиться в будущем, если не получится с этой специальностью. Наша организация занимается производством мороженого, которое известно, да, по всему миру. Мы ждем, что к нам придут специалисты, работники, ну, рабочих специальностей. В летний период приглашаем несовершеннолетних на укладку, упаковку, студентов ожидаем, ну и всех желающих делать самое вкусное мороженое. Наше предприятие занимается металлообработкой. По чертежам заказчика мы производим, в принципе, любые изделия. Мы готовы принять на обучение людей, не имеющих опыта, готовых получить специальность. Участвовали и к нам пришли 3 молодых человека. Мы взяли их на обучение. Поэтому и от этой ярмарки ждем, что тоже возьмем себе кадры.